Извините. Можно спичку? Снимите шляпу, пожалуйста. Зачем? Хотите встретиться с Максом? Это цена приглашения. Я думал, что увижу Макса. Вы неправильно поняли. Никто не видит Макса. Тогда что я здесь делаю, черт возьми? Вы даете возможность Максу посмотреть на вас и выслушать вас. Я плохо умею разговаривать в саване. Если Максу не понравится то, что вы скажете, этот саван останется на вас навсегда. Я готов рискнуть. Хорошо.